Каждый человек, кто исповедует Христа, знает, что как, какие бы силы, какие бы старания мы не несли в своей жизни, они ничто не значат, если нет благословения Божия. И очень часто человек немощный и слабый физически является собой образец духа, мужества, твердости в своем служении. Очень часто является собой образец христианской жизни. И мы сегодня в своей жизни должны всегда брать себе пример первоверховных апостолов Петра и Павла, чтобы быть мужественными и твердыми в своей жизни, чтобы исповедовать Христа настолько, насколько в наших и сверх наших сил это возможно в этой жизни, чтобы никогда не быть посрамленными в своем исповедании, чтобы всегда быть верными Ему и не обращать внимания ни на что, что мешает нам деланию своих христианских заповедей.